Доброе время суток. С вами Виктор Дулин. 16 апреля 2015 года, как видим, прошло 10 минут, даже меньше. И вот я уже вот по такой импровизированной дорожке заехал сюда и снова все готово к фасовке. Закрываем дверь и продолжаем с вами вместе фасовать, поскольку одному мне скучно. Ну вот, теперь можно все раскладывать. Как раз по тому порядку, которым я все разложу, и будет этот очередной репортаж. Ну вот этот ящик я неспроста сюда укладываю. Когда я положу сюда, установлю нашу с вами электропаковалку, вот эту, то мы с вами увидим, что если наклон будет ее неправильный, то бишь она будет наклонена к нам, то вот эта крышка ее будет постоянно закрываться. Поэтому наклон должен быть вот немножко от себя. Даже сейчас еще маловато. Надо сюда вот под этот ящик подложить что-то еще. Но здесь сразу же под ноги я устанавливаю ведерко, куда бросаю травинки, пинцет у меня там, червячишки тут же. Вот это сразу здесь под ногами. Здесь сразу у нас ящик, вот он стоит, для компоста, который я буду фасовать прямо вот в эти пакеты. А пакеты заблаговременно вот подруга, видим, вот таким образом завернула на 2,5-3 сантиметра, чтобы в ней эти края не мазались. Потому что если вот этот край выможется, то наша паковалка просто-напросто грязь это будет мешать упаковать. Ну и все, дальше я сюда вот наставлю пакетов, которые буду фасовать отсюда. Как я постукивал пакеты по этому камешку, я вам уже показывал. Ну и покажу еще это все в процессе. Установлю сейчас на штатив, и вы посмотрите, как это делается. Ну, а влажность я уже здесь увеличил. Это сверху только сухим присыпал, потому что тут вылил примерно литр. Вот видите, закрылось, хлопнуло. Вот так быть не должно. Сюда надо подложить что-то еще. Вот примерно столько, сантиметров 10, чтобы оно не закрывалось. Ну вот кирпич у меня там лежит. Я его убрал. Сейчас подложу его снова. Или можно вот эту канистру вместо ящика положить. В общем, используем любой подручный материал, чтобы нам было минимум затрат и максимум эффект. Вот видите, все. Теперь уже канистра лежит. В прошлый раз был ящик, теперь канистра меньше места занимает. Ну и все. Устанавливаем сюда барабан. Как видим, заряжается аккумулятор. Пока я обедал и полчасика вздремнул в машине. Святое дело, как положено по уставу. Ну и вот здесь, видим, отбортован этот кабель, чтобы он не мешал. Все готово к продолжению фасования. Даже еще мало. Надо канистру эту поставить вот так. Вот, вот теперь уж точно не будет само закрываться, поскольку уклон в ту сторону довольно приличный.
Вот такие детали. Вот видите, здесь бумажка должна быть под рукой, салфетка, чтобы руки вытирать. Вот здесь червячочки у меня. Вот тут, видите, так мало всего я выбрал из этого. То, что мне мешало. Пару камешков было и кусочек пленки. Так что пойду одену сухую майку и начну хасовать. Мусора нигде быть не должно, чтобы пакеты были у нас все время чистые. А для этого сюда на компост положим вот так ящик. Все, полностью комфорт создан. Можно приступать к делу. После того, как переодену сухую майку. Потому что физкультура с просеянием капуста довела меня до довольно мокрого состояния.